Всем добрый день. Сегодня 31 марта. Очень ранняя весна в этом году. В прошлом году еще лежал снег. Я приезжала, и даже не представить было, что в этом году такая будет ранняя весна. Буду потихонечку раскрывать свои плодовые. Сейчас пройдусь, раскрою все. И решила повесить такую кормушку у меня есть. Здесь пшеница и подсолнечник, семечки. Покупала на рынке специально для птиц, поэтому сейчас повешу. Птички так чудесно сейчас поют. Но других деревьев у меня нет, у меня только яблонька, поэтому я решила сюда сейчас прикрепить кормушку. Вот здесь хорошо корм. Постараюсь потом повыше чуть-чуть закрепить, но все равно яблоня невысокая, поэтому тут ничего такого не придумать, чтобы высоко на дерево закрепить. Вот. А я сейчас начну раскрывать вот эти плодовые. Сейчас время уже обрезки, поэтому при других обстоятельствах, конечно, я так рано не открывала бы. Температуру обещают сейчас в среднем днем 7-10 градусов, а ночью 4-5 градуса. Но так как это область, я думаю, что еще и попрохладнее будет. В любом случае буду раскрывать, потому что время сейчас в такую погоду обрезки. И чтобы просто влагой напитывались, чтобы веточки не были это потом такие сморщенные в одном дереве. В прошлом году я заметила, поздно, может быть, сняла укрытие, и веточки были такие подсохшие. Поэтому все, сейчас все это буду разбирать, укрытие снимать. Первым покажу абрикосы, которые я не могла снять укрытие в прошлом своем приезде. Здесь я уже приготовила для уборки листьев, но это если мне останется время. Сняла, вот смогла убрать я спанбонд. Здесь оттаяло все, я приподняла, полностью я вот так открывать не буду, просто постепенное такое будет у меня открытие. Это вот им будет второй год. Здесь такой отпугиватель. Ну, по внешнему виду сейчас есть, конечно, обмерзание, вот, например. Сейчас покажу кончики. Вот здесь вот кончик сухой, коричневый. Это он вымерз. Его, в принципе, сейчас нужно срезать. И здесь тоже. То есть вот эти два кончика, вот, они вымерзли. Их надо обрезать. Но это не на всех. Вот есть, вот здесь тоже вымерз. Такой серенький кончик. А так стволы, в принципе, бордовые. Думаю, что они сохранятся. Буду ждать, когда появятся листочки. Все-таки еще будут возвратные заморозки. Тоже надо будет этот момент поймать и, может быть, приехать просто накинуть что-нибудь сверху. Вот тоже характерно. Вот кончик весь обмерз, он коричневый, светлый, а дальше идет бордовая. Поэтому вот здесь я буду обрезать. Вот сейчас пройдусь, такую небольшую обрезочку им сделаю и буду раскрывать остальные плодовые. Пойду. Начинаю я раскрывать плодовые вот с этого персика. Персик у меня один на участке. Сейчас посмотрим, как он перезимовал.
птицы так красиво поют, что никакую музыку не хочется ни радио, ничего включать, потому что пение очень красивое. И прилетают птички, я даже не могу успевать заснять на видео. Беленькие, маленькие птички, очень интересные. Это вот она как раз сейчас поет, но мне ее даже не видно. Закрывала я два раза, то есть, ну, два слоя спанбонда, вернее, даже не два слоя, у меня два куска материала спанбонда. Ерсик этот был посажен ранней весной и рос всего здесь один год. Если ему еще был где-то, наверное, год, то, скажем, ему 2 года, возможно, третий год персику. Вся листва опала. Сейчас посмотрим поближе персик. Он чудесный. Это чудо дерева. Надо следить за возвратными заморозками, чтобы его постараться сохранить. Сейчас подойдем поближе. Сейчас покажу поближе персик. Здесь надо... Так, это трава, обязательно ее выпалю. Просто я думала, бывает, отростки из корня идут, чтобы тоже случайно так не удалить. Ну, вот это сорняк. Сорняки убираю. Вот хочу показать, насколько он высоко посажен здесь. Вот здесь, вот это его уже корни. Вот это корешки, и они вот располагаются вот сразу на поверхности, то есть практически когда поливаю, то уже сразу видны корни. Вот, вот корень, вот, вот маленькие корешки здесь, вот тоненькие. Ну, я специально откапывать ничего, травмировать не хочу сейчас трогать, но я слежу за тем, чтобы вот такие сорняки убираю от основания обязательно. Вот. Рыхлить я ничего не буду. Земля сейчас, ну, уже становится помягче. Я даже смогла сейчас вот эту дугу немножечко поглубже ее убрать, вкопать. То есть земля поддалась. Вот изначально он, так скажем, не совсем правильно был сформирован, что здесь идет вот такая развилка. Многие, кто занимается, многие, кто занимается с плодовыми
сразу бы сказали, что один ствол надо убирать. Но мне его так передали, с такой вот рогаткой острой, и он так в два ствола и растет. Конечно, я не буду убирать ему один ствол, оставлять, чтобы один рос. Пускай уже растет как есть. У нас очень сложный регион в Ленинградской области. На то, что они перезимуют, потом еще надо обработать от болезней. Поэтому сейчас, скажем, что у него два ствола, это для меня не самое печальное. Вот я вижу, какие стволы не очень хорошие вот здесь. Вот они более темные. Вот, могу показать. Вот такие черные. Вот это, я бы сказала, не перезимовал. Хоть на конце он пытается быть таким светленьким, но здесь серединка вся черная. Но она такая немножко прозрачная. Может быть, оставлю еще. Вот здесь тоже такой побег. Ну, то есть вот... Вот здесь немножко, вот черный совсем, вот, вот побег, вот этот черный. А так в остальном, в принципе, у него бордовые, красненькие такие побеги, светлые. Признаков, что есть плодовые почки, конечно, я не вижу, но персик еще и молодой, к тому же. Поэтому о плодовых почках я и не мечтаю. Конечно, хотелось бы, но мне хотелось бы, в принципе, чтобы здесь мог расти персик. Вот я сейчас эти дуги буду немножечко отклонять. Это я их от ветра зимой специально ближе прислоняла, чтобы его не так качало от сильного ветра. Ну вот, скажем, вот этот ствол, он вообще прекрасный с правой стороны. У него все побеги светлые, розовые. Сейчас слегка дотронусь, и все листики, остаточки, они спадают. А вот слева побег, который ствол, вернее, большой, вот у него, конечно, вот это... Вот этот черный, видно, вот этот цвет, и вот того, например, да? То есть вот черный побег. Сейчас я его обрежу секатором. И вот здесь тоже, вот, тоже черный. Ну, он тоненький такой. Вот его тоже здесь обрежу прямо. Сделаю прямо это сейчас. Получается раз, два, ну здесь вот три тонких побега. И причем, если так вот обратить внимание, они очень-очень тоненькие, то есть, не знаю, 2 миллиметра шириной. Все остальные, которые даже вот по 3, по 4 в диаметре побеги, вот, например, ну не сравнить с этим по толщине, вот он хороший. То есть самые тонкие, видимо, они позже всех, как-то он их выпустил, эти побеги. Вот они не перезимовали, хотя они были в самой серединке. И вроде бы причины, если другие перезимовали, у них не было причины не перезимовать. Но молодые побеги, очень слабые. Все осматриваю. Здесь вот какой-то беленькое, белый интервал. Ну, может быть, он так между ветками. Там же еще спанбонд был. Мог. Смотрю макушечки. Вот немножечко, конечно, они такие темненькие. Ну, посмотрим, как будут листочки развиваться. Ну, я считаю, что я сейчас вовремя сняла спанбонд, потому что сейчас будут дожди. Ему нужно набираться влагой, становиться крепче и стараться пустить листья. Да, вот это кончики такие белые, это сейчас попробую сфокусировать. Вот идет белый,
вернее, здесь красный, и вот здесь сразу уже такой светлый. Это отмерзание. Если не будет листочков, нужно будет потом обрезать. Сейчас макушки я обрезать не буду, только, вот как я сказала, только тех три молодых побега. Сейчас взяла секатор, обязательно протерла спиртовым раствором, хотя я его чистила как следует, но все равно сейчас прямо перед обрезкой еще раз его протираю, чтобы был просто такой очень чистый. И буду обрезать. Эти веточки достаточно тонкие, как я сказала, 1-2 миллиметра, но все равно я не буду обрезать их на кольцо. Я все равно обрежу до места, где уже идет хороший ствол. Вот здесь могут проснуться почечки, я смотрю, вполне такие, видно, что они не черные, поэтому не буду обрезать. Здесь тоже. Здесь тоже, я смотрю, есть небольшая почечка, поэтому оставляю. Конечно, такие веточки не требуют замазки при обрезке, потому что они очень тонкие. Но я хочу попользоваться вот таким лаком, бальзамом купила. Начинать. Хочу смотреть, как им удобно вместо садового вара. Садовый вар тоже есть, но сейчас хочу просто обмазать веточки таким лаком, бальзамом. Абрикос рос изначально очень слабо. У него был побег дополнительный из корня. Это как заменяющий побег у него рос. Поэтому я сейчас посмотрю его заменяющий побег молодой. Ну и сам основной стебель абрикоса. Я даже не обвязывала веревкой. Он был закреплен на две вот такие прищепки и смог удержаться, но у него не было столько листьев. Если сравнить с персиком, то у персика уже два больших ствола за лето выросло и очень-очень большая крона, очень много веток, обрезать которые я в этом году точно не буду. А у абрикоса один был ствол. Я закрепила здесь рядом. Дачные работы уже пошли у всех в ход. Слышно, все что-то пилят, делают. Вот такую палку я закрепила, потому что у него один стволик очень слабый. Сейчас буду смотреть, как он перезимовал.
Сейчас покажу поближе, как выглядит ствол. В принципе, ствол неплохой. Мне кажется, он темно-бордовый. Буду смотреть, как он листвой будет обрастать. Единственное, что вот кончики здесь, конечно, очень сухие. Сейчас покажу поближе. Он уходил с листьями. Вот сейчас листья я рукой немножечко убрала. И что-то мне вспоминается, что, возможно, на персике все-таки было уже мало листьев, потому что их было бы больше на земле. Вот я сейчас подошла. Немножечко я обтрясла листья сухие здесь с него. Здесь вот я пока оставляю вот эту палку, потому что он такой у меня, ну, я бы сказала, не очень сильный. Вот это заменяющий побег. Вот побег я хотела бы немножечко, чтобы он вот за эту дугу, вот так вот, вот, чтобы вот земля уже немножечко дает вот так вот воткнуть побольше. И я хочу наклонить, чтобы стебель был вот с этой стороны. Он, конечно, может выехать. Пробую еще нажать на дугу. Да, вот земля поддается. Могу поглубже. Вот я хочу немножечко, чтобы стебель рос чуть-чуть сюда. Все-таки он будет все равно клониться вот в мою сторону, потому что это сторона юга. А с той стороны, где вот этот забор из поликарбоната сделала, там север. Поэтому, конечно, он сюда к югу будет клониться. Ну вот, вот видно серые безжизненные макушки. Сейчас я их просто обрежу. Но обрезать буду вот до бордового цвета. То есть вот здесь буду обрезать. Здесь также, здесь обрежу. Ну вот пройдусь по макушечкам. То есть все макушечки подмерзли. Все макушечки. Но у него практически веток-то и не было. Но он такой был уже. Вот с таким срезом он был. Но стебель живой. Стебель живой. Ну вот макушка тоже. Макушку вот здесь вот тоже убираю сейчас. Заменяющий побег тоже живой и тоже... То же самое вот здесь с макушечкой. Ну, буквально здесь 1 сантиметр срезать. Все, а так оставляю. Пускай он набирается сейчас влаги, силы. Сейчас посмотрим. Вот у него, покажу тоже. Вот видно, вот корешки. Вот они где. Практически на поверхности. Я чуть-чуть сейчас присыплю землей капельку. Но вот так вот оно... должно быть. Буквально слегка. Вот так. Просто чуть-чуть. Чтобы согреть его. Такой заботой. Но не слишком. Избыток заботы всегда тоже вредит для всех. Вот, вот так сохранился абрикос. Перезимовал. Такая у него. Такой сейчас вид. Ну, не хуже, чем он уходил в зиму, я могу сказать, кроме что обмерзли кончики. Опять? Рыжа! Рыжа! Все, он пошел кушать. Так что беру сейчас секатор и обрезаю. Вот хотела сказать, что заметить можно одно. Самые тонкие побеги. Вот они не выживают. И макушки. Ну, макушки тоже, потому что очень тонкие. То есть макушка-то такая же, как и веточка, которая в стороне. Вот. Она вся сухая. Но дальше идет вот уже бордовый стебель, поэтому до этой высоты сейчас обрезаю.
обрезала вот здесь. Здесь я сейчас. Здесь я точно сейчас обмажу. А как же? Вот, обрезаю все кончики. И здесь макушечку. Вот даже задумалась, потому что там белое, но просвечивает такой бордовый оттенок. Поэтому... могу вот так обрезать до конца. Не буду макушку срезать. Посмотрю, как будут почки распускаться, листья. Ну, видно, что вот здесь, конечно, совсем сухое. Все обрезала. Ну, ждем теперь распуска листьев. Здесь тоже. Все, сейчас иду к следующим своим плодовым. Буду продолжать раскрывать. Раскрою сейчас, сниму спанбонд вот с этого ящика пластикового. В нем у меня сидит прикопанный черенок от вишни. Сняла я сейчас такой пластиковый ящик. Здесь черенок вишни. Он посажен был косточкой 2 года назад. Посажен был под осень, так же как абрикосы сажала косточками. Но эти косточки не показали всхода, и я про них забыла. Они не взошли в том месте, где я сажала. И через год, уже когда я даже не думала, что там может что-то взойти, я сажала цветы, я увидела всходы, которые очень отличались от всходов различных цветов. И я стала вспоминать, что у меня там были посажены косточки. Были еще косточки айвы. И вначале я думала, что это айва. Потому что побеги были зелененькие и достаточно такие плотненькие. А со временем я увидела, что листочки все больше и больше. Большие, широкие листья. Вот такая вишня. Конечно, она должна выдерживать зиму. Ее не нужно укрывать. Укрывала я от снега. Снег был, сугробы очень большие. Видео, где я показываю, где я приезжаю на дачу. Я думаю, что под снегом
с одной стороны, он бы, конечно, выжил, но его могло просто наклонить, сломать. И из-за этого я ему поставила ящик. Больше никаких укрытий не делала, просто сверху еще спанбон дополнительно небольшой. Ну, я имею в виду, что ни листьев, ни полиэтилен, ничего я не делала. Кирпич поставила для увеличения размера. Ну, вот, потому что иначе ящик просто... Здесь он такой высокий уже черенок. И просто мог согнуть макушку. Все, сейчас я снимаю ящик. Он ему сейчас больше не нужен. Все будет расти сам. Кирпич тоже убираю. Все. Вот. Все приспособления подручные, которые на даче используются. Все стараюсь применить. Вот сейчас уже он остается так. А сейчас я поставлю вот такую дугу, больше, скажем, для внимания, чтобы случайно не скосить, не наступить, чтобы все заметили, кто идет, что здесь есть растения, и аккуратнее мимо пройти. Ну вот видно, что зелененькие почки, все хорошо, пускай растет. В принципе, расстояние здесь достаточное. Думаю, пересаживать я отсюда его не буду. Хочу показать вот еще в одном месте у меня вот здесь вот черенок, но здесь он оставаться не может. Здесь у меня цветы, и здесь не очень удачное место. Здесь у меня посажен абрикос вот из косточки. Это сорт, который у меня растет вот в этой грядке. Я его отсюда пересаживала в прошлом году. Это вот коломенский. Название коломенский. Это вот такой вот абрикос из косточек здесь выращенный. Ну, если здесь уже абрикос не приживется, сейчас я его раскрою, то, возможно, на это место я тогда посажу вот этот отросток черенок. Потому что на это место я уже сажала не один раз абрикос. Но здесь очень сильный ветер по участку. Он как бы в середине. И очень сильно... Сквозняк такой получается. В связи с этим я и забор поликарбонатовый делала. Вот я раскрыла коломенский молодой саженец, выращенный из косточки. Вот здесь бордовые, видно, такие бордовые стебли. Но самые макончики, макушки, самые вот эти кончики, вот, они серые, вот они светлые, все. Они не перезимовали, они вымерзли. Вот где темные, я оставляю сейчас. А вот этот макушку вот я сейчас срезаю. Она вся-вся вот такая сухая, полностью высохла. Вот. Сейчас видно. Там, конечно, пробивается бордовая ткань, но очень-очень слабо. Поэтому укорочу. Укорочу макушку. Вот здесь сделала такую опору. Я его наклоняла специально. Вот. Поэтому немножечко сейчас дугой его решила закрепить. Так, оставляю. Сейчас возьму только секатор и обрежу макушку. Но в целом абрикос перезимовал. И тоже еще покажу. Вот видно корни. Вот это корешки. Вот здесь вот наверху. Так что в целом могу сказать, что перезимовал.
не перезимовали макушки. Но вот он такой длинный у меня был, конусом свернут. И, конечно, неудивительно, тоненькие такие макушечки в этом спанбонде перезимовать очень сложно. Но я рада, что сам он сохранился. Очень надеюсь, что увижу листву на нем. Вот столько я срезала макушек. Вот, достаточно много для молодого абрикоса. Но что поделать, зима была достаточно снежная и морозная. Я здесь было где-то до минус 30, минус 30, 35 держалась температура. Горы снегом. Одно время я приезжала, он был весь в снегу полностью. С одной стороны, вроде бы говорят, хорошо, когда в снегу все укрыто. С другой стороны, все-таки тоже некоторые растения, особенно такие молоденькие, они подмерзают, конечно. Холод есть холод. Ну вот сейчас обрезала. Дождемся апрель еще у нас впереди, май, когда будет листва. Если будет возвратный заморозок, я отслежу. Постараюсь приехать, просто накрыть сверху спанбондом, накинуть. Потому что при возвратном заморозке может очень сильно ударить по растению. Оно только еще сейчас начинает после зимы отходить и может погибнуть. Также нужно обработать. Первую обработку я буду проводить бордоской. Приеду в следующий раз и постараюсь все обработать. В этот раз я раскрываю, немножечко обрезаю, которые плохие. А следующее это будет уже обработка. Сейчас еще один абрикос снимаю. Этому абрикосу уже 3 года. Он уже зимовал у меня в прошлом году. Посмотрим, как он пережил вторую зиму. При визуальном первом осмотре, конечно, часть верхушечных таких побегов пострадала, но не полностью. Есть бордовые побеги, а есть такие черные. Сейчас покажу поближе. Я делала вот такую опору для того, чтобы обматывать и чуть-чуть наклонить его, чтобы не совсем он ровно стоял. В принципе, этот абрикос, он изначально был наклонен в такую южную сторону, поэтому наклон уже был изначальный. Но зимой все-таки рекомендуют чуть-чуть пригибать эти плодовые, чтобы они лучше перезимовали. Поэтому я делала вот такие опоры, втыкала, и чтобы это было для поддержки служило. И чтобы снегом не сильно наваливало, я вот так вот подкреплялась такими вещами. Сейчас все это развязываю, убираю. Ну вот подошла я поближе, чтобы показать.
Вот корневая у него хорошая. Просто сейчас отошла от того, что я его приподняла. Поэтому он так тоже приподнялся. Вот сорняки уже вовсю растут. Зимой уже росли. Все вот. Здесь у него идет такие, как поросль. Но дело в том, что я сейчас не занимаюсь именно обрезкой и формированием этого плодового дерева. Я сейчас больше смотрю на его выживаемость, как он развивается и как перезимует, скажем. Больше интересует его зимовка. Обрезать, если он уже вырастет достаточно большим, то буду позже. Кора вот, ну это уже вторая у него зима, кора вот так трескается. Это его был основной вот такой ствол, первый, самый начальный, такой искривленный. А это уже вот выросло летом, вот эта часть. Поэтому если тот ствол еще в первый год был под вопросом, оставлять или нет, ну посмотрим потом. Что могу сказать? Вот, в принципе, ствол живой. Вот, он не черный. Он хорошего коричневого цвета. Вот. Коричневый цвет. Но есть вот такие темные побеги на концах. Вот коричневый. И сразу вот здесь переходит. Ну, здесь вот достаточно бордовый, конечно. Вот это бордовый. Хотя это бордовый, поэтому здесь тоже бордовый. Это молодые побеги, и они в зиму он ушел с молодыми побегами. Вот здесь черный, сейчас покажу поближе. Ну, тоже смотрится как, или темно-бордовый смотрится. Думаю, что я его сейчас обрезать никак не буду, этот абрикос. Он самый здесь взрослый в саду, уже зимовал. Вот здесь, например, видно, что он перезимовал, вот эта веточка. Просто, конечно, зимовка в Ленобласти здесь у нас не совсем подходящая для таких плодовых, но вот я бы сказала, что он перезимовал. И у него, сейчас покажу, если сфокусируются, почки живые здесь на побеге. Пытаюсь сфокусировать, если удастся, не знаю. Вот. Вот эти почки, где мои пальцы, вот здесь почки. Вот я вижу, что они живые. Сейчас, наверное, я думаю, сфокусировалась, и это видно. Поэтому хорошо, чтобы... Поэтому хорошо, если апрель продержится с хорошей температурой. Все-таки уже все раскрыто. И обязательно надо сделать обработку. Но я не буду делать для плодовых сильную обработку, как для роз. Для роз посильнее. Для плодовых я, наверное, 1% бордоской пройдусь. Вот. Вот здесь хочу показать еще. Вот вроде бы длинный такой вот побег. Вот здесь. Вот он. И на конце были молодые побеги. Они прям такие бордовые. Я сначала подумала, когда раскрыла, что это черные. Но нет, они бордовые. Просто сразу так не видно было, что они бордовые. Поэтому секатор сейчас я в этом случае не беру. Смотрим, если какие-то совсем уже не смогут выйти из зимы попозже, тогда уже буду обрезать. Сейчас ничего обрезать не буду в этом абрикосе.
скажем, вторую зиму он перезимовал. Вот его изначально так формировали, когда отдали, у него уже была такая здесь сформирована ветка. Вот, видимо, он болел, но вот он здесь, я смотрю, пустил молоденький вот черенок в эту сторону. Так очень хорошо все. Вот. Иду сейчас к следующему по дому. Здесь у меня посажен был абрикос, тоже выращенный из косточки. Лель. Сорт лель. Не знаю. Он был очень маленький, но ему нужно все-таки тоже влага. Снимается, я думаю, он легко. Он просто, наверное, куполом снимается. Там очень тростиночка, веточка совсем маленькая. Вот. Вот я и сняла. Все. Ставила каркас, потому что ветка молоденькая, и он весь, конечно, серый. Вот. Шансов было, конечно, немного, что он сохранится, но буду ждать до последнего. Вот. Осталось еще у меня одно плодовое растение, которое нужно сегодня раскрыть. Это вот здесь. Здесь морозник уже. Прям красавчик. Ну, покажи цветочки. Вот. Красивые какие. Только опущенные не видно. Покажу. Это нектарин. Нектарин был подсажен молоденькой, маленькой веточкой под зиму год назад. Зиму он перенес, и прошлое лето он у меня вырос вот до такого размера. То есть вот это ему был один год. Сейчас второй год будет. Макушка была вся в листве. И, возможно, это тоже одна из причин, что макушка не сохранилась. Она была очень молодая, зеленая, не вызревшая, соответственно, в хорошие стебли. Он только рос, набирался сил, и уже пришла зима. И он вот с такой копной листьев, он был очень-очень зеленый. Он ушел в зиму, поэтому макушку нужно сейчас обрезать однозначно. А в целом стебель сохранился. Все, я обрезала, убрала листву. Вот так выглядит сейчас у меня нектарин. Ну, скажем, стебли еще могут дать листву. Посмотрим, как он восстановится. Но, скажем, из всех вот плодовых, что я сейчас раскрывала,
сложно сказать, что он слабее всех, но вот почки, там, где должны листики просыпаться, сфокусировать иногда сложно, но я вижу, что здесь хуже ситуация, чем в других. Вот, поэтому посмотрим, как будет дальше ситуация, как листья будут. Ну, а на этом я видео с плодовыми заканчиваю. Раскрыла абрикосы, персик, нектарин. В принципе, могу сказать одно, что перезимовать они смогли все. Единственное, что обморожены очень больше всего, обмерзли, это тоненькие макушки. А в данном случае не вызревшие верхушки вот этого плодового дерева, потому что он был очень-очень зеленый, то есть полностью молодые побеги. И даже сейчас листья, если я их касаюсь, они не сильно обрывались, поэтому я их решила сразу срезать. В основном, конечно, обмерзли макушки здесь у нектарина, потому что они были совсем зеленые молодые побеги с листьями. Но брать и обрезать в зиму молодые эти макушки, тоже это тоже был большой риск. Ну, какой смысл обрезать уже в зиму, они смерзнут. Ну, такое вот, такая ситуация, такое плодовое дерево. Оно великолепно перезимовало, когда я его сажала. Это был вот небольшой вот такой маленький отросток, сантиметров, наверное, 25. Веточка, вот как те вишни, которые я сейчас показывала, такой был нектарин. Сажала я его, когда уже выпал снег. Я приезжала сюда, расчищала здесь снег полностью, разбирала от снега место, насыпала землю, привезла с собой покупную, и в эту землю его сажала. То есть сажала практически в зиму. Вот. Поэтому, если такой стойкий, я надеюсь, что он выдержал эту зиму, и будут листочки на нем. Очень на это надеюсь. Ну, а я буду заниматься теперь другими цветниками. А с плодовыми видео заканчиваю. Всем желаю всего хорошего. Весна уже очень ощущается. Сегодня плюс 4 градуса. Приятная теплая погода. Поэтому можно даже без куртки пройтись. Птички поют. Вот такая погода. И очень хорошо, что нет яркого солнца. Это на самом деле плюс. Но с хвойных я еще не снимаю укрытия. Хвойные у меня стоят, укрыты. Там проветривается, воздух есть. И сверху, и внизу у корневой. Все как бы сейчас солнце. И больше всего как раз они подвержены обгоранию, что земля еще все-таки промерзшая. А они влагу плохо получают. Поэтому я не снимаю. Вот здесь не снимаю. Вот с ели не снимаю. Вот здесь вот видно у меня отверстие, дырочка, елочку видно. И внизу тоже. Ну, это на штамбе. У меня штамбовая ель и можжевельник. Все. На этом прощаюсь. Всем пока.